Не, я вот... Итак, ребят, всем привет! Сегодня долгожданная рыбалка! Наконец-то мы собрались! Мы собрались! И сегодня мы отправляемся в сплав с одной ночевкой, правда. Выкроили время, наконец-то у всех спалился сразу, мы собрались, мы собрались. Мы с Романом. С Романом наконец-то получилось. Работа чуть-чуть сдала позиции, и мы сегодня отправляемся в сплав. Сегодня мы будем ловить все и всех и вся. Маршрут у нас стандартненький, потому что времени немного, далеко мы не заплывали. Поэтому у нас заможняя Манжелия, тот маршрут, который мы знаем, где ловится голавлик потихоньку, где можно поймать кого-то окунька, щучку. По этому маршруту мы поплывем. Сейчас покажу всю эту красоту самолета вокруг нас, и мы будем стартовать. Все дальше покажем и расскажем и по рыбке, и по готовке. Погнали! Итак, мы готовы, мы собрались выплывать. Я не собрался. Ты не собрался еще? Заможнее, и впереди нас ждет классный отрезок. Мы уже 100 раз тут были, но он реально красивый, реально классный, голавлик поклевый, так что будем стараться. Я сегодня и в джиге, и в голавлике. То есть, короче, все буду дальше рассказывать, свой план. Я тут заготовочку себе в коробке сделал. Так что все будем смотреть. Сейчас он с Романом пойдем. Подожди меня, дайте я приплыву к тебе, бо не поверят. Сильно торкнуло. Роман только что говорит, торкнуло. Я говорю, сильно торкнуло. Так вот, практически только отплыли, Роман сразу сделал. Только это не голавль, это жерех. Кстати, красноперый, как на южном буге. Ого, ребят, провтыкал немного, провтыкал, и это голавль первый, да. Поправил лодку, и смотрите, даже я вам скажу, неплохой размерчик. Вот такой вот кроссовелла, сейчас я вам поближе его покажу. Подожди, стой, как обычно все, один в один. Неплохой размер, такой, который... от которого получаешь удовольствие, когда вываживаешь. Палочка 2,7 грамм. Тест. Но вот это вот круто. Это вообще просто супер. Сейчас фотку и выпускаем. Ух, красавчик. Итак, первый голавлик в зачете есть. Только что по телефону, правда, долго разговаривал. С этими интернет-магазинами тяжело. Ромчик уже уплыл, но у него вроде еще что-то было. Так что... посмотрим, посмотрим, спросим. Мы отплыли буквально, я не знаю, метров 200 от места, где стартовали. Уже есть первая рыбка, уже все хорошо. Так что продолжаем. Я еще очень сильно настроен на джигу. Это место я уже очень много прошел, но этот отрезок пути. Я уже примерно есть такие местечки, где мне реально хочется кинуть якорь и просто побросать, попробовать поймать окунька, щучку. Так что в будущем это тоже будет, будем пробовать. Еще мы тут с Романом немножко проплыли. Решили покупаться, потрындеть. Натрындеться не можем просто. Подотдохнуть чуть-чуть. Уже разговоры прошли про покушать. Начались. Да, уже начинаем. А говорит, а у меня сосиски, у меня масло, у меня там то хлеб. Короче, ну, отдых. Отдых класс. Да, Роман уже поймал трех. Если я поймал одного с горем пополам, то Роман уже поймал трех головлей и одного жереха. И двух окуней. И двух окуней. С пальчик прозрачный. Так что канал Mania Fish. Первая ссылка под видео. Подписывайтесь, смотрите. Вот так-то. А мы сейчас будем плыть дальше и ловить рыбу. Thank you.
Вот такой вот. Итак, вот такой небольшой. Плывем уже, наверное, где-то минут 40. Ударчики, небольшие голавлики идут, но такого, что прям супер чего-то крутого нету. Кстати, мы думали, будет лучше. Но и места сейчас пошли не очень самые такие, не совсем хорошие. Но рыбка есть, так что все хорошо, все классно. Продолжаем. По голавлику это Arena Stream. Очень крутая палка. Она у меня уже, наверное, 3 года. И даже, честно, менять, наверное, не собираюсь. Конечно, может, от 1 до 5 грамма попробовал бы. Это от 2 до 7. Попробовал бы от 1 до 5. Она чуть-чуть короче будет. И будет лучше бросать маленькие блесенки. Катушечка Shimano Nasky 2000S. Шнурочек 0,4 Sunline. Вроде у меня где-то было видео, вставлю, покажу. Тут у меня блесенка, небольшая застежечка, флюорокарбон 0,23 я в этот раз ставил. Поводок такой, а-ля вот 50-70, иногда даже метр ставлю. Так вот, он на глаз отрезал и пойдет. Узелок, морковка, все вроде. Сегодня вот в такой обстановочке буду немножко рассказывать по сплаву. Мои ощущения, эмоции именно конкретно по этому сплаву. Начну с плохого. Реально то, что меняется, это меньше становится воды с каждым годом. Последние 3 года мы активно сплавлялись по пслу. И весной, и осенью, и когда холодно, и когда жарко, и летом всегда сплавлялись. Хочется сказать, что действительно река мельчает, река зарастать начинает. Прям перспективный берег, где раньше был, где раньше мы ловили. Вспоминаешь эти места, где я когда-то поймал голавля. И смотришь перспективные так обрывистые корни, но начинает зарастать кувшинкой. То есть вроде место было раньше перспективное, но сейчас там метра полтора, метр два просто растет кувшинка. То есть ты под этот берег уже не подкинешь. Везде начинает расти кувшинка, очень много кувшинки. В ней тоже есть голавль, тоже есть, но поймать его уже там, уже начинается проблема. Итак, надолго нас не хватило, мы голодные были, пацаны голодные, давно не виделись, мы больше не рыбачим, а трындим. И вообще, короче, ну, видео не часто мы, но мы встречаемся чаще. Тем более у Романа недавно было день рождения, мы там очень хорошо отдохнули. Отожгли. Продуктивно так именно. Мы решили по чаю, именно вот по чаю. Сегодня будем отдыхать, мы будем сегодня жарить картошку. Роман брал сковородку здоровенную. Сегодня будет, такая, сегодня будет, чтобы вы понимали, вообще просто вот, вот грибочки маринованные. О, домашние. А завтра будет. А еще он брал домашняя тушенка. Домашняя тушенка. Это ну, сколько вот я не покупал, даже самую дорогую в магазине покупаешь, чтобы не заругаться, плохая. Плохая. Овно, овно. А тут именно домашняя, то есть мы будем отдыхать, рыбачить и отдыхать. И отдыхать еще раз. Сейчас попьем чаек и попрем дальше. Спасибо месту, плывем дальше, сейчас все будет. Есть, есть. Красиво, классика жанра, правда небольшой, но все равно это было круто. В бревнышках вот тут на струйке вот такой небольшой стоял малыш. Отпускаем. И по джигу я, конечно, брал вот такую коробку. Тут уже заправлены всякие разные силикон, чебурашки, ну веса небольшие, тут сильно большие веса надо. Есть воблерочки, тоже брал силикончик. То есть это уже будем все по ходу, если вдруг будем пробовать. Итак, еще один недоросточек маленький. Ну, хоть что-то. Смотрите, какой питончик. А, уплыл. В общем, нашли мы место. Как нашли? Мы про него знали. И тащим сейчас лодки наверх. И будем заниматься едой. Мы уже на месте.
разложили палатки. Место обалденное. Я, наверное, все-таки еще полетаю квадрокоптером, пока не село солнце, покажу. Реально, место да, классное, и поводок, крутое. Кстати, тихо. Да, и крутой такой берег. Лодки, правда, тяжело было затягивать. На этом месте уже были, да, и Роман тут был, и я уже, короче, мы тут на всех, наверное, местах уже были по этому отрезку. Так что вот это так. У нас сейчас офигенная будет штука. Это будет картошка. Я дальше потихоньку будем все-таки показывать, я думаю, конечно, все это. Покажешь. Все эти дела. Шашлычок будет. Шашлычок. Сегодня мы, короче, если честно, больше отдыхали. Проплыли сегодня немного. Мы выплыли во сколько? Где-то часиков? Да в 12 выплыли. В 12, да. То есть не с самого утра. Мы отрезок небольшой был. По рыбе не скажу, что хорошо, еще там под конец у нас люди были, мешали да, немного. Да, и в общем, вот так вот завершился первый день. Я вообще сегодня там, я вроде тоже 3 головлика поймал, но... А, кстати, я еще одного тоже такого поймал, там вообще микроголавль. Шнурки, да. Завтра у нас мы будем рыбачить с утра, будет здоровенный отрезок, и думаю, будет все отлично. Не, ну он перспективный. Да, и перспективный, да, это такой... Фуфлышненький такой. Да, так что потихонечку не переключаемся. Сейчас мы будем все показывать интересно. И покажем это место еще свысока. Полетели. Так, як пішло, човен такий метрів 5. І рагуляй проти води. І проти води пре мене так туди. От воно ж в'ятір сюди стоїть, зато таска туди. І оця така побурлина, ну там може полминути чи минути отака робилася. Я ж піднімаю. Не підніму важку ще, а воно мене туди тяне, під човном така робе. Тоді затихло, я тебе піднімаю, ніде нічого нема. Итак, всем доброе утро! Проснулись мы, перекусили, собрались, и вот даже вот такой вот окунечек на береговой джиг попался. Сейчас мы собираемся и отправляемся в новый день. Уже готовы, уже на старте на низком. Выспались сегодня классно. Сидели вчера долго, поспали сегодня тоже долго. И сейчас отправляемся в новый день. Будем надеяться, что сегодня по рыбке будет лучше. Готов! Да, мой капитан! Да! Готовы? Да, капитан! Та ты шо, неужели в самом деле? Еще и хороший размерчик. Хо-хо-хо. В общем, у нас по головлю очень плохо. Мы плывем где-то час. Ни одной рыбы, короче. Там есть тычки иногда, там маленькие идут. Ну, очень плохо, реально очень плохо. Самое фиговое, что мы проплывали уже места, проплываем те, где мы думали будет раздача. Просто раздача головля и все. Но, к сожалению, нет. И вот я периодически уже начал доставать джигу, потому что Роман плывет впереди, и он не может ни одного головля поймать. То я уже вторым номером даже, думаю, переключусь на джигу. И вот такой вот 3 дюйма силикончик, такой, чтобы и окунь, ну, окунь может схавать, щука может схавать. Тем более тут рыбка активная, потому что течение. Но просто ее тут очень мало. Так вот, поближе покажу, вот такой красавец. И вот такой селекторский крючок, фишаповская резина, 6 грамм грузик я ставлю. Здесь, в принципе, так я приловчился на сплавах, хоть около 6 плюс-минус ставить. И вот такой красавчик. Второй комплектик, это я кидал джигу, это у меня крит. Фаворит крит, тоже новинка ихняя, обкатываю до 18 грамм, 2,29 ростом. Катушка
Sirius 2500S. Шнурочек тут толстый, потому что вот сплавы, вот эти условия, иногда можно зацепить хорошую щучку, бывало у меня. И чтобы ей не дать вот в это все убежать, чтобы был, короче, запас по прочности. Шнурочек потолще. Тут тоже флюорокарбон толстенный, 0,57. И силикон в облерочке. Я этим спиннингом, думаю, буду дергать. Местечки проплываем классные, а просто прекрасные. Но по рыбе пока что мы в шоке. Вообще ничего. Роман говорит, ударчик один был. Это крут. Та-та. Вот он, наконец-то, первый. Хороший, хороший. Красота! Наконец-то! Иди, иди сюда. Тоже небольшой, но мощный. Ух. Наконец-то! Спасибо! Слава тебе, головель! Вот такой красавчик. На руни взял. Фу, наконец-то, потому что это уже ужас был какой-то. Ну, правда, и места хорошие сейчас пошли. Вот именно Роман только что поймал, и сразу же я одного поймал. Класс. Так, отправляйся, парень. Погнал, погнал, погнал. Вот что я конкретно заметил, голавлик весь тусовался в каких-то завальчиках. То есть прям в таких, по нычкам сидел. То есть, как вот мы обычно рыбачили, кидаешь под перспективный берег, там нет ни завалов, ничего, просто хороший берег, который любит голавлик, он ловится. Тут же все голавлики, все тычочки, которые я за этот сплав получал, их было немного, но они были, все было где-то в самых таких шикарных, в самых таких в коряшках, туда еще попробую закинь, в самых вот таких крутых местах, только там и ловилось. Я в принципе сразу за Романом плыл, все голавли, которые он ловил, тоже в принципе самые такие места, что там по-любому должен быть, все только оттуда, и все голавли были очень трудовые, очень трудовые. И это жесть, вот так вот, чтобы там и никто и не сидел, так такого никогда в жизни не было. Он один. Один какой-то маленький выскочил. Вкусно? Мне нравится. Это разве рыба? Это еще и окунь. Ну, спасибо хоть на этом, хоть что-то. Моментик был, я зацепился блесной, просто подплыл к корягам, ну, отцепить блесну, и я смотрю, а там вот в этих завалах, оно так все завалено, и такое окошечко получается прямо внутри этих бревен. Я смотрю, там просто кишит головлем, они просто там целые стаи вот так крутятся, и они меня не боятся, они там как себе в домике, в схованке сидят и просто не боятся. Я вот так смотрю на них, и они там прям кишит, эти головли. И хорошие размерчики довольно-таки. Я даже взял камеру, попробовал, ну, бокс одел, попробовал опустить под воду. Они потом, конечно, разбежались, но не знаю, успел я что заснять, не успел. Thank you.
Добрый день! Я только хотел сказать, если оно сейчас даже не тыкнет, это вообще ужас какой-то. Очень крупные такие именно. Очень крупные. Да все, друг, давайте кай. И на том спасибо. Как это было круто, под куст завело, и там ты тыщ, но что-то опять не срослось. Ё-моё, наконец-то, нарежьте! Ну, небольшой, но есть. Есть! Валил он, черепахи, убегайте! Вот, кстати, перед самим уже, перед самой Манжелией, вот такой перекатик классный, блин, только что тут хоть на якорь вставай, два удара хороших, и вот это поймал одного небольшого. То есть вот за этим перекатиком очень даже круто. Я раньше как-то тут не ловил, уже когда до Манжелии подплывал, уже даже не рыбачил, сразу до моста плыл. А это вот еще попробовал, то классно, классно. Есть. Ух, класс. Под вечер ближе к Манжелии хоть радовать начали. Не крупные, но все же классно. Класс. Вот это уже узнаю рыбалку. Ну или из-за того, что вечером уже у него какая-то кормежка, или просто ну реально места хорошие пошли, потому что вот это реально хорошие места. Блесенки, вот такая коробочка. Вот такая маленькая коробочка. Тут именно блесенки нориас. Их немного у меня, но тоже я буду ролик снимать про подводную игру и про них рассказывать. Они у меня в отдельной коробочке, поэтому лежат. Кто хоть начал клевать. И это тоже очень хорошо. Вот это был очень хороший голавль. Вот это я просрал только что хорошего голавля. У Романа рыбалочка была намного веселее, так что не забывайте. Первая ссылка под видео, канал Mania Fish. Это канал Романа. Подписывайтесь, смотрите, там будет его версия этого сплава. И у него рыбки было побольше. Ну и все, ребят, с вами был Жека Докучаев, канал Тур Истории. Не забывайте поставить лайки. Тем, кому понравилось и смотрит первый раз, не забывайте подписаться. В будущем, я надеюсь, будет еще много очень интересных, крутых рыбалок. Все, ребят, всем пока!